Небольшой, но очень полезный лайфхак для пользователей модели A6 от Hisense. Инк-экран здесь сделан таким образом, что при скроллинге, при изменении изображения на темном фоне остаются артефакты, то есть следы предыдущих изображений. И со временем получается вот такая вот грязь. Если мы много листаем, как вы видите, на темном фоне изображение получается довольно-таки грязным. Лайфхак заключается в том, что мы можем мгновенно полностью перерисовать изображение, просто нажав на правую сторону панели навигации. Видите, одно нажатие, изображение перерисовано, картинка четкая и красивая. Сейчас еще покажу вам, как это выглядит в галерее. Вот, в галерее после скроллинга получается грязь. Нажимаем, изображение перерисовано, все четко. Открываем любую картинку. На черном фоне заметны артефакты, остаточные изображения от изображений предпросмотра в галерее. Одним нажатием мы все перерисовываем. Черное становится черным, картинка становится четкой и красивой. Образовалась грязь. Нажали, перерисовали. Очень полезный лайфхак. За полгода использования смартфона я не догадался ни разу нажать вот сюда. Поэтому огромное спасибо пользователю форуму 4PDA, который сделал данное открытие.